Ребятки, всем привет! Я иду на улицу. Всем привет-привет! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня 29 марта, 7:30 утра. Ночь прошла у нас со звуками сирены. Ну, сейчас все спокойно. Вода, газ, свет есть, интернет есть. И пока есть отопление. Сказали, что с 31 марта отопление будут отключать, так как на улице будет 3 дня свыше плюс 8 градусов. Ветер холодный, поэтому... Вот, пока место отопления есть, и потом посмотрим. Вышли с Шекелем на прогулку. Шекелёха у нас в таком вот костюмчике. Он тоже тепленький костюмчик. Не такой, конечно, как зимний, но теплый, очень хороший, мне нравится. Купили его, заказали на Алиэкспрессе. Сегодня у нас красотун с бантиком, да, Шекелёш? Покажись. Что ты там унюхал? Скажи, ребятки, привет. Вот такой бантик. Пойдем. Вот такой красавчик. 1 числа нам на прием к ветеринару. Посмотрят его, как у него там ранка зажила. Ну, уже все зажило, но контрольная проверка надо. И коготочки подстричь. И вот планирую ему прививку сделать заранее, на месяц, получается. Нам нужно делать где-то в начале мая от бешенства, от чумки, но... Не знаю, хочу сделать раньше, и ветврач говорит, что можно. Ребятки, если кто знает, можно ли на месяц раньше сделать прививку от бешенства или нельзя, как-то переживаю. Ну, врач говорит, что можно делать, потому что, переживаю, у него есть справка на антитела, и если мы вдруг просрочим прививку на бешенство, то она аннулируется, она очень дорого стоит. Поэтому... Планирую сделать на месяц раньше. Все, мы пришли домой, нагулялись. Да, скажи, мама умыла. Мокрая мордашка хочет кушать. Да, ты хочешь кушать? А ну, а ну. Вкуснотища. А так. Вкуснотища. Кушай, кушай, приятного аппетита. И мы будем кушать, да? Готовить завтрак. Вот такой, ребятки, у нас завтрак. Яичница, глазунья и вот такие рыбные палочки, как наггетсы. У меня кофе, во ртурчика молоко. Нам приятного аппетита. Кто завтракает с нами, всем приятного аппетита. Мои покупочки с АТБ сегодня. Купила водичку 6-литровую. Цену вы видите, всегда пишу. Появился сахар. Уксус, манная крупа, также там была пшеничная крупа и булгур. Были еще макароны. Цены не знаю, потому что они просто на полках лежат. Нужно подходить к сканеру, сканировать, и тогда уже понятно, какая цена. Молоко. Вот, посмотрела, хорошая дата. Срок годности. Хлеб есть, там овощи есть. Ну, первое необходимое есть. Появились там и прокладки женские, и есть там, ну, туалетная бумага, все вот эти вот дела есть. Есть яйца, немножко есть там что-то с мяса, с курицы. Ну, кому что надо. Немножко кофе есть, даже там на кофе было на
Нескафе 3 пачки по цене 2 пачек. Получается, там в одной пачке 60 грамм. Вот за 180 грамм, за 3 пачки, 118 гривен. Вот, ну, кому интересно. Вот, ребятки, сбегала в аптеку. Получилось купить мне лекарство сердечное. Здесь не полная пачка. 5 пластиночек последние забрала. Вот, и налоприл от давления, кроворазжижающий, гематогенчик. И вот 3 опять немесила взяла. 3 пакетика обезболивающих. Вот такие покупочки с аптеки. Большое спасибо, конечно, провизору. Очень выручила. Ребятки, что еще хотела вам сказать? Были вопросы по поводу дзен. Останусь ли я на ютубе? Конечно, останусь. Я ютуб не собираюсь оставлять, забрасывать. Вот. Мне ютуб очень нравится, поэтому не переживайте. Я как и была на ютубе, так и останусь. А дзен – это для друзей, которых не хочу потерять. И для новых друзей, которые придут, поддержат, подпишутся. Ну, пока мы разбираемся с программкой. Программка очень отличается от Ютуба и много своих нюансов. Вот. Мы установили на компьютере, а мне нужно еще установить на телефон, так как я работаю с телефона, и немножко научиться, как чего и делать. Ну, честно скажу, мне кажется, на Яндекс.Дзене там немного хуже качество по видео. Не знаю, или мне так кажется, или так оно и есть. Посмотрим. Вот. Ну, пока учусь, поэтому мне еще нужно немножко времени. Как только установлю на телефон, друзья, ко всем зайду. Всем помашу ручкой, приветик. И буду очень рада общаться с вами. Ну а на сегодня, друзья, буду заканчивать запись в своем дневничке. Переворачиваем страничку. Конечно, светлое будущее завтра. Пожалуйста, друзья, будьте добрее, будьте терпимее друг к другу. В такое время нужно поддерживать и быть как-то, ну не знаю, помилосерднее, что ли. Всем спасибо. Всем до новых встреч. Пока-пока.